Трассу в Хасанском районе отремонтируют по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Компания ООО «СКАП» ведет ремонт двух участков автодороги «Раздольная Хасан». Всего дорожникам предстоит отремонтировать 8 километров дорожного полотна. Дорожное покрытие на участках 68-го и 70-го километра в районе села Барабаш и 109-го, 114-го километра в районе родника в сторону поймы давно требовало капитального восстановления. Мелкий ямочный ремонт уже не спасает. Водителям приходится снижать скорость, чтобы не пробить колесо и не испортить ходовку. Благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ситуация вскоре изменится. Рабочие уже приступили к ремонту. В рамках ремонта будет произведена замена земполотна, устройство основания, ну и два слоя асфальтобетона, плюс будет обустроена автобусная остановка, обочины отсыпаны, приведем в порядок отвода-отвод, то есть почищены куветы. Новый асфальт, леерное ограждение, дорожные знаки и разметка. Все это вместе с усилением контроля за соблюдением правил дорожного движения сделает трассу более комфортной и безопасной. Новый асфальт будут укладывать по технологии, позволяющей увеличить срок службы дорожного покрытия. Технология укладки регламентирована нормативными документами. Из новых технологий использование ленты брит на стыках. Для того, чтобы не было возможности в воде, то есть чтобы полотно было цельное, вот, битумно-полимерную ленту используется. Битумная лента служит прослойкой между старым и новым дорожным покрытием. Расплавляясь при укладке горячего асфальта, она герметично запечатывает новую полосу. Такое дорожное покрытие защищено от эрозии и может прослужить гораздо дольше. Как говорит подрядчик, гарантийный срок дорожной одежды составляет 5 лет. А вот на знаке гарантия до 10 лет. Стоит отметить, что ООО «СКАП» занимается ремонтом дорог с 2007 года. А с 2018 непосредственно в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Мы работаем в Приморском крае достаточно давно. Непосредственно здесь у нас обособленное подразделение в городе Артем находится. Там наша база. В Хасанском районе компания работает уже не в первый раз. Одним из последних заказов был ремонт дороги на Сухановском перевале. Виктория Беляева, Егор Гриц, Олег Кудинов. Новости Славянки.